Мы на месте. Мы приветствуем Гинта, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она медленно кивает, у нее голограмма стоит. Голограмма стоит перед ней, да? Да, но она как заключена в нее полностью, еще один фантом поверх. Сканер, отключи эту голограмму вместе со всеми к ней подключенными сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Выведи это все из биополя. Как это выходит, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Голограмма в клетке. Хорошо. Гинда меня слышит? Да, слышит. Она дает разрешение на работу? Даю. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Гинта под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Гинта. Находит все. Не арахноид, гуманоид. Это его голограмма. Хамелеон, инкуб, джин и бес. И у нее от джина спираль такая в ногах из энергии синих. А какой-то у нас такой наглый джин. А ну посмотри, какие вот цифры над головой. 1781. 1781, уже спирали устанавливаешь. Джин, я смотрю, тебе твоя челма не нужна, как и твои магические кольца. И все артефакты. И сосуд с деньгами тебе не нужен. Что ты здесь устраиваешь, Джин? Окольцевал ее. Тебя тоже можно окольцевать, ты в курсе? Понравится тебе это? Сколько ты находился? Я ей дал много колечек. Джин, ты понимаешь серьезную ситуацию, в которую ты сейчас попал? Где ты находишься? Вот у меня реально такое ощущение, что ты не понимаешь. Это как сказка «Тысяча и одна ночь». Да? Ты хочешь увидеть галактическое ядро изнутри? Нет, конечно. Тогда отвечай только на те вопросы, которые я тебе задаю. Начинаем работать. Откуда у нас гуманоид? Сервис. Как долго ты здесь находишься со своей голограммой? 13 лет. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Гинта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также и голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Гинта. Какой у нас бес, Вера? 8. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. У меня вопрос ко всем. Кто присутствует в квартире? Гинты мы ее сегодня чистим. Джин, бес, платы, гуманоида, арахноид. 4 из 6. Гинта, я не знаю, как вы жили эти годы, потому что это массивное воздействие. Сколько арахноид находится в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Сколько находится хамелеон в этом биополе? 9 лет. Хорошо. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. 7 лет. Ты был причиной того, что на мужчины на нее не обращали внимания? Твоя накидка находится в ее биополе? Он ее отворачивал, показывает, как он поворачивается спиной. Отворачивал. Все 7 последних лет. Хорошо, Гинта, вот причина одиночества. Инкуб, Ит Джин, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Ты ей доставлял большие финансовые проблемы? Насколько я знаю. Нет, нет, нет. А что ты делал? Не верь сплетням. Сплетни? Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. Сканер, дай мне, пожалуйста, сейчас полноту души Гинты на настоящий момент. 95%. Гуманоид, ты уже копии забирал? Или это находится в голограмме? В голограмме. Хорошо. Даю команду. В порядке реверса. Гинта забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Гинта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. У нее из голограммы идет слово «жизнь». Жизнь? Да, то есть идут яркие моменты такие. Красочные радости и счастье. И вот этот гуманоид, он как в кинотеатре устраивался и просматривал. Он забирал у нее эти моменты все и как фильм просматривал. Он не понимает эти эмоции, но конечно, ему нравилось смотреть на это. Души-то нет, конечно, не понимает. Я тебе предлагаю другой фильм «Гуманоид», например, про шар с живой плазмой. Хочешь посмотреть фильм? Очень интересный фильм.
Он не любит такие направления. Не любишь такое направление. Хорошо. Но если не нравится. Он не любит ужасы. А это действительно ужас. И уже некоторые гуманоиды испытали это на себе. В этой комнате диагностики. Где стоишь ты? Ревер закончился. Итак, сканер полнота души, пожалуйста, на настоящий момент. 100%. Хорошо. Одной проблемой меньше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Без. Выходи, вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Скажи мне сразу, где находится лярва в ее биополе? У нее затемнение сердца, живот и руки. Хочешь получить эти затемнения? Хочет. Тогда сначала выходи, снимай все, что я оставил, и на месте доложишь, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У нее тяжелые такие, как тапочки. Тапочки. Как деревянные. А, голландские вот эти вот, да, которые? Да. Которые снял. Ходить невозможно. Хорошо. Разрешайте забрать все затемнения, забирай, возвращайся назад. Приступай. У меня ноги от них болели. Неудивительно. Готово. Хорошо, Джину выходить не надо, втягивай в себя всю пыль, все подключки, все, что я оставил в ее биополе, докладывая готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналу. Я вас предупредил. Приступай, Джин. Но он в себя втянул эту спираль, она начинается да. С нижней чакры, идет вниз, закрученная вокруг двух ног, как в востоке смирно она стоит в этой спирали. Вот он ее всю втянул, раскрутил и забрал. Хорошо. Очередь место пришло инкубу сейчас выходить. Выходи, инкуб. Рассказывай, что ты оставил в биополе и снимай. Накидка была или что у него было? Нет, у него как конструкция, вот как он показывал, иной. И как горб такой у нее впереди. То есть она отворачивалась от всех, и ее видели со спины. А на спине горб они видели, правильно? Ну, то, что они видели горб и спину, они ее не замечали. Хорошо. Они не видели, как она выглядит. Вот вам ответ на ваш вопрос, Гинта. С этого момента у вас начнется совсем другая жизнь. Он как рюкзак этот горб одел на себя. Хорошо. Хамелеон, где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Рассказывай, что ты делал, как ты усиливал все. И что именно ты усиливал? Выходи пока, снимай, вытаскивай свое гнездо и рассказывай. Слушаю тебя. Он как шипит. Открывает рот и расставляет лапы и шипит. Да. И с этим шипением из него выходит энергия такого коричневатого цвета. Это его энергия, да? И он заполняет ей душу, горло. Горло и сердечную чакру? Не душу, да, сердечную чакру, вот это место. Сердечная чакра и горло. Понятно, могу себе представить, как это все выглядело. А потом он впитывает ее энергией настроения. Краски собирает. А еще ему нравится музыка. Он начинает сиять под музыку. Я не буду ему сейчас включать музыку. Он все снял. Хорошо, арахнует. Выходи, снимай свою паутину, вытаскивай иголки. Где ты сидел, вернее, какие боли, неудобства ты доставлял ей? У него во лбу есть иголочки, и он регулирует их. И у нее мысли прыгают с одной на другую, и мысли все эти негативные. Хорошо, Гинта, вот и причина этих негативных мыслей. Она стоит сейчас перед вами. Он все снял. Хорошо, гуманоид, на твоей чистоте, что мы еще не вытащили? У него такой энергетический, как венок на голове, а хорошо. Поток. Сканер просканирует этот венок. В следующий раз выводи его сразу. Выведи его сейчас, отключи полностью. Выведи из биополя его. Готово. Выстраивай прямой канал от Гинты реверсом. Отдаю в этот канал все негативное патогенное низковибрационное, что она получила от этого венка. Возвращаем все негативное. Это комплексы. Ждем окончания реверса. Одни и те же, которые вот по этому диску, по кругу, да, передвигаются. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Она забирает из него все чистое, что находится на ее чистоте. Там четкие логичные мысли, логические. Вот. Концентрация. Готово. Отправляет этот венок к этой голограмме, в клетку. Даю команду на рассинхронизацию гинты с гуманоидом, голограммой, этим венком, арахноидом, хамелеоном, инкубом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически.
Готово. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, проверку прошли. Итак, BSGN арахнует. Сейчас я вам открою два портала в квартиру Гинты. Вы пойдете, соберете все, что там оставили. Я приду, проверю. После этого отпущу вас каждого на вашу чистоту. Бес, скажи мне, в квартире ты находишься один или есть там еще демон или черт? Один. Хорошо, значит, тогда ты мне покажешь еще все порталы в этой квартире. Я соберу тебя в дорогу, весь негатив в этой квартире устраивает. Да. Хорошо, открывается сейчас два портала в квартиру Гинты. В один уходит Бес и Джин. В другой портал уходит Арахноид. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Инкуб и Инкуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хамелеон, ты больше не придешь. Тебе понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Хамелеона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую. У меня здесь гуманоид Сириуса, 13 лет. Голограмма, венок на голове. Все забрали. 5% души вернули. Ключики уничтожаю, его соберут. Под голограммой и венком открываю воронку в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Гуманоида забрали. Поехали по частотам. На 4 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она активируется и говорит: «Я душа». «Я душа», а потом уже человек на земле. Да, душа заявляет о себе и просит обратить на нее внимание. Готово. Пусть тонкая копия Гинты вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 600. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Гинты до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Гинта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас после 6 интерферентов и возврата 5% души? Я наполнена энергиями души. Душа жива, душа во мне и вокруг меня. Это как пробуждение. Отлично. И душа хочет развиваться. Не забывайте об этом. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Гинты в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу, каждой зеленке головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит: исцеляйся своими энергиями, пускай энергии энергетического центра в то место, где болит. Красную в ноги, оранжевую, желтую в живот и желудок. Сердце — это зеленые энергии. Наполняй их и излечи себя и свое настроение, наполняя сердечную чакру. Голубые энергии — это твоя голосовая чакра. Невысказанные слова и высказанные в плохом тоне. Говори красиво и наполняй голубым цветом эту чакру. Дальше идет третий глаз. Это синие энергии. Уважай их. Они дают тебе информацию с космического плана и других уровней. И на самом верху коронная чакра фиолетовым цветом. С ней ты соединена напрямую с космосом, так как душа твоя космическая. Не пускай никого в эту чакру. Защищай свои энергии. Готово. Хорошо, отключаемся от объекта.